Охрана установлена. Роберт приказал уничтожить пленника. Позаботься о старике. Я подожду тут. Все службы безопасности Роймера активизированы. Следуйте за... пока он не откроет камеру. Если вас увидят, вы не сможете попасть внутрь. Отлично, это не займет много времени. Так, и снова миссия со стелсом. Давайте выберем пистолет. Отлично, сняли охрану. Взяли патроны 9-миллиметровые на пистолеты с глушителем. Теперь потихоньку, чтобы нас не заметили. Так, охрана. Давайте подождем его здесь. Отлично. Так, взяли спецкуртку. Как раз там не хватало. Что у нас здесь обрез? Опа, двое. Понятно. Так, а с двоими мы справимся. У меня где-то там, по-моему, должны быть газовые гранаты. Сейчас подождем, пока профессор уйдет. Так, вроде скрылся. Держите. Отлично. Опа, что ты тут встал-то? Меня здесь нет, я твоя тень. Смотрите, у него тоже УЗИшка есть. Так. Охрана. Охрана, охрана, охрана. Сейчас я тебя... Оп. Отлично. Что за звук? Пожалуйста, не убивайте меня. Ослабься. Я заплачу вам, сколько вы хотите. Слава. Заткнись, Фага. Пошел. Я взял его. Дай им 30 секунд, чтобы рассказать, где компьютеры, а потом уничтожь. Погодите, вы не понимаете. Тысячи людей погибли за тебя. 20 секунд. Вы не понимаете. Да что вы? Где у... центр? За ним заброшенные советские ракетные шахты в Казахстане, под складами. Довольны? Записали. Да, я пошлю туда группу немедленного реагирования. Отправляйтесь на точку эвакуации. Я пришлю за вами вертолет. Что делать с Фаганом? Возьми его с собой. Вперед. Постой, отпусти меня. Твоя напарница жива. Лиан, ты лжешь, двигайся. Она жива. Люди Ромеро привезли ее 5 дней назад. Я тебе не верю. Если обещаешь отпустить меня, то я покажу, где она. Показывай. Иди за мной. Так, ну теперь, по-моему, можно использовать такое оружие. Сюда! Так, максимальный. Отлично. Осторожно! Так, это по нему попали. Вякнул там. Ух ты, сзади.
Погоди, погоди. Спецкуртка. Как я мог пропустить такое добро? Оп. Так, еще один. Так, патроны кончились. Воу-воу-воу-воу. Сзади выпрыгивают, блин. Самое такое противное. Отлично. Так, второй. Засранец. Опять сзади. Где, откуда кто стрелял-то? Так, ну можно было их и так зафигачить. Ай-яй-яй-яй! Была моя тупость сейчас. Отлично, сдохни. Сюда! Ребята. Отлично. Хорошо, что они без спецкурток, без броников. Ну привет. Ну я смотрю, что-то я стал поменьше стрелять в голову. Давай, веди. Куда идти? В какую сторону? Что встал-то? Ой. Ох ты засранец. Ай-яй-яй. Сколько у вас? Ох ты, засранец. Так, 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 мне спецкуртка нужна. Срочно. Может здесь? Обрез. Сюда! Тебя нету? Спецкуртки. Нигде ящиков нет. А когда они нужны, блин, их никогда нет. Блин. Нет, сюда. Что-то у меня все нет сюда. Вон какая-то ящик.
Надеюсь, это спецкуртка. Да. Отлично. Ну что? Так, один готов. В брониках. Оп. Стоит птичек там. Считает. Блин. Ну хорошо, что его не трогают. Блин. Текс. Ты присел, да? Отлично. Еще один. Ух ты, нифига себе такой. В упор мне. Нафигачил. Открывай дверь. Вот твоя камера, делай что хочешь. Лиан! Гейб, как ты сюда попал? Лиан, я думал... Надо выбраться отсюда, сифон фильтр... Я знаю, у нас есть местоположение компьютеров, Маркинс может действовать. Гейб, я заражена вирусом, но нам надо попасть на склад Фагна до того, как агентство уничтожит. Они разработали вакцину, подобная... Универсальной вакцины нет. Нужно знать уникальный программный код каждой разновидности вируса, чтобы бороться с ним. А эта информация имеется только в компьютере Фагана. Это означает... Следуй за мной. Ходим. Так, а теперь нужно выбраться. Окей. Так, что у нас есть? Сюда. Отлично. У нас гости. Осторожно. Стоит тоже мне под пулями тут. Сколько патронов потратил. Че тут бронированный, что ли? Пошел ты, как терминатор. Делаешь? Да что я делаю? Задницу твою прикрываю. Так, обрез максимальный. Что ж ты такие живучие-то? Так, что у нас здесь? Что они пока без... Опа-опа. Да какого ты, черт? Вот лезет под пули, а? Как меня бесит. Thank you.
разошлись такие в разные стороны. Сзади. Надеюсь, он не побежит. Что ты делаешь? Вот что я делаю, я патроны беру. Лиан, ты опасно, опасно под пулями бродишь. Помоги мне. Кто мне поможет? Что ты патроны-то попусту тратишь, он уже сдох. Сюда, все нормально. Не ссы. Отлично. Кто-то есть. Пожалуйста. Все они одинаковые. Мара. У нас нет времени. Если мы их не остановим, то все умрут. Пошли, нас ждет мой вертолет.